Здравствуйте, родители и все те, кто хочет понять причины, причины, по которым мы советуем не использовать нависание. Долго мы, собственно говоря, пытались это объяснить, вот, но народ не хочет понимать, вот, в виде текста. Поэтому мы решили снять видео, чтобы было точное понимание, почему и зачем не стоит при начальном этапе строительства в квартире или в каком-либо помещении, да, для своего ребенка там, на даче делать нависание. Кто мы? Компания «Сквадром Жужа». Чем мы занимаемся? Мы строим детские сквадромы в помещениях, и эти сквадромы малогабаритные. То есть мы на этом специализируемся. Поэтому, соответственно, как бы там построено более 10 тысяч сквадромов в помещениях, и у нас уже все эти годы достаточно большой опыт. Итак, каким образом выглядит, собственно говоря, любое нависание, да? То есть это панель, грубо говоря, вот, которая имеет определенный угол наклона относительно стены. То есть сколько-то там, не знаю, там, грубо говоря, там 20 градусов. Соответственно, идет, например, у вас стена прямая, потом нависание. Или сразу целиком у вас, например, там 2-3 панели, сразу нависание. Таким образом непосредственно это выглядит, да? Вот. Что происходит в этот момент? То есть, если у вас непосредственно, то есть, вот стена у вас вертикальная, сквадром у вас вертикальный, то ребенок, когда использует зацепы непосредственно, то есть, на его запястье, на сухожилие, нагрузка равна его весу. То есть, вы понимаете, что тогда, когда ребенок в еще неподготовленном состоянии к скалолазанию, имеет определенные усилия внутри сухожилий, да, то есть он берет предметы какие-то, он подтягивается и так далее, вот, то на скалодроме ситуация совершенно кардинально меняется. Почему? Давайте задумаемся. То есть ребенок что делает? Он берет, например, двумя руками зацеп. Он берет одной рукой зацеп. Да? То есть тогда, когда он два зацепа берет двумя руками или один зацеп двумя руками, да, то как бы нагрузка распределяется на обе руки и на ноги непосредственно. Да. Когда ребенок берет одной рукой зацеп, вы понимаете, да, что нагрузка увеличивается в два раза. При переходах, при каких-либо неосторожных движениях нагрузка возрастает еще в два раза. Итак, где, в каких обстоятельствах ребенок испытывал такие нагрузки? Нигде. Нету в обычной жизни, когда ребенок висит на одной руке. Да, это кратковременная нагрузка, но это нагрузка на сухожилие. Вы понимаете, что на фаланге это нагрузка. На само сухожилие запястья. Такая же ситуация с ногами, но с ногами как бы получение травм на ногах менее явно, чем нежели на руках. То есть, чтобы не получить ребенку травму на запястье, для этого, соответственно, вы и строите вертикальный сквадром. То есть, первоначально ребенка развивается дополнительная кровеносная система в запястье. У него непосредственно утолщаются мышцы, у него более упругими становятся сухожилия. То есть, рука становится более крепкой, и за счет этого он не получает те или иные травмы. Если же вы делаете не вертикальный сквадром, а с любым градусом наклона, то есть нависание, да, мы не говорим про горку. Горка – это тогда, когда у вас непосредственно есть сквадром, и он вот таким вот образом выглядит. Почему так нельзя строить сквадром? Да потому что дети – это ленивые существа. Если вы хоть раз вот так вот построите, там, не знаю, там 10%, 10-30 процентов градусов,
Если вы хоть раз так построите скалодром, все, можно забыть. По вертикальному скалодрому дети уже ползать не будут. Потому что они будут понимать, что как бы, а зачем. Вот. И там список причин вам назовут. Мне не нравится, мне не интересно, папа, я как бы не хочу, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы не заставите, не будет внутреннего стимула у ребенка. То есть основная цель — это дать возможность, чтобы ребенок внутренне хотел пользоваться скалодромом. Если у вас нависание, то любая микротравма позволяет ребенку сказать, что ему это не интересно, ему это не нравится, и так далее, и так далее. Вы отбиваете просто охоту у ребенка заниматься скалолазанием, заниматься собственным развитием. Не обязательно скалолазанием, но вообще, в принципе, физическим развитием. Вот. Что касающееся скалодрома в компании ЖУЖ. То есть вы в какой-то момент, то есть как это выглядит, вот у нас брус, да, как бы я могу это в 3D рисовать, вот, проекции, а могу непосредственно рисовать в 2D. Давайте в 3D нарисуем. Вот у нас здесь панель, вот таким образом, да. А что это, давайте в 2D, то есть вот у нас брус, и вот у нас здесь панель скалодрома. Вот, то есть в этой ситуации как происходит изменение наклона? То есть вы через год, через два понимаете, что нужно как-то прогрессировать в области скалолазания. Вы покупаете новые зацепы специально для, то есть в виде карманов, специально для непосредственно нависания. И вы вот этот брус верхний, вы его просто увеличиваете. То есть увеличивая верхний брус, то есть делая, например, из 40-го, из 50-го, который у нас идет в комплекте, вы ставите сюда 80-й, а внизу ставите 40-й. И вот вам, пожалуйста, нависание, которое вы так хотели. То есть не проблема. Маркер не рисует почему-то. Вот. Вот вам нависание, которое вы так хотели. То есть это не проблема. Поэтому, соответственно, как бы, если вы захотите в какой-то момент сделать нависание, сделайте вертикально. Через год, через два, когда вы поймете, что вам нужно, вы меняете брус, и вы делаете нависание. И все, проблема решена. Но, пожалуйста, внимательно относитесь к первоначальным шагам. То есть, тогда, когда вы хотите ребенку привить желание к спорту, к тренировкам, к развитию, то не надо его загружать. То есть здесь при любых нависаниях нагрузка на запястье увеличивается с геометрической прогрессией не в два раза, а в несколько раз. В 5, в 7, в 10. Поэтому, соответственно, здесь, пожалуйста, будьте внимательны. Обращайтесь в компанию «Скалодром ЖУЖ». Мы всегда помогаем нашим клиентам. Всегда. И всегда бесплатно подбираем зацепы для ваших детей. Пока!